А я не поехал на сборы и с полной уверенностью думал, ну какая заявка? Хотя бы так, думал, просто дадут аккредитацию, там, выйти в раздевалку, посмотреть, стадион пощупать. Просто я болею за ЦСКА с детства, вот, было бы прикольно, хотя бы как минимум. Но я, ну, Каранчик скинул билеты, и я написал, что я один из 20 тысяч зрителей. Я думал, что мы там будем с пацанами в трибунке сидеть на родительском секторе, там пацаны, друзья, типа, те, кто не заявки и так далее. А по итогу на трибуне буду только я и Адуан, а все остальные пойдут на випку, те, кто не заявки. Вчера не хотел идти на матч, честно, но надо пойти, поэтому уже подхожу к садику, скоро буду.